Разлучила нас, я бы смирился, поверь. Но разлука живых для меня нестерпима теперь. Аньцзянань — это место коварных и гиблых болот, и оттуда изгнанник давно уже писем не шлет. Закадычный мой друг, ты мне трижды являлся во сне, значит, ты еще жив, значит, думаешь ты обо мне. Но что, если это покойного друга душа прилетела сюда, в темноту моего шалаша? Прилетела она из болотистых южных равнин, улетит и опять. Я останусь во мраке один. Ты в сетях птицелова, где выхода в сущности нет, где могучие крылья не в силах расправить поэт. Месяц тихим сиянием мое заливает крыльцо, а мне кажется, это либо осветилось лицо, там, где волны бушуют, непрочные лодки губя, верю я, что драконы не смогут осилить тебя.